Алло, с вами Лев, мы продолжаем проходить гад с Колика Ноли. Итак, хуп. Гори! Отлично. И на это раз шестой просто падаю. Просто! О, отличное оружие. Горите! 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 Так, хуй, не падать. О, хорошо. Отлично. Прыгай! Мне сразу легче на душе стало. Не надо! Умрите! Довольно был быстрее. Умер, пошел, пошли вон. Сам горите. Горите в аду! Передать все, может, мы уже проходим к вам. А, ну да, бегучий уже мертв. Передайте Фрэнк, что мы уже проходим к вам. А, ну да, вы не знаете, что он ушел. Или знаете. Вообще, знаете, что Фрэнк убил вашего босса? Белучи, кажется. Ну да, Белучи. И моего работодателя. Погодите. А от кого я деньги получу-то? Что-то я это не прояснил. Момент. Пошлите вон, вон! О, да. Смотрим. Ника, сколько там денег? Так вот, где наши бабки. Эпично. Согласен. Nobody will ever figure out what really happened here. I created the perfect diversion. The only problem was I didn't count on the gangsters only drinking the imported booze and not the local brew. So they didn't get infected. Lucky for me, you came along and took care of them for me. Mr. Belluccio signed his own death warrant by sending you to help me. Swatch. Oh, but enough chatting. Say your prayers, Mr. Vinny, because I ain't leaving no witnesses. Bring it on, you lunatic. That's some great cannoli. А, ну я понял как. Вот все.
Ну-ка. Ой. Тан-тан. А, что? А, ну да. Босс. Погоряй. Футболист, наверх. А, все тупые. Чё, и крысы? Это я, блин, не соглашался. Не, к ним. Ты что, все ко мне лезете? Лапша здесь медом намазана. Ну что, даже хилок нету? Жалко. Блин, хватит зомби защищаться. Ну просто уедем сейчас. Или ты из уважения не можешь этого сделать? Он а потолок что любился? Прощай. А? Я здесь. Нет. Сволочь. О, идеально. Давай. Не, меня тут нету. Надо ходить сюда. Идеально. Еда! Нет! Лучи! О, я жив. Сопляк. Все-таки сопляк. Я буду стрелять. Прикольно, что еще зомби снимать могу. Не буду мешать вам. Эй. Выходи, выходи. Тогда сгори. Так, на это не соглашался. Да забейте его до смерти уже. Тебе бесполезно близко подбежаться. Дисбалансно. Мортира! Можно я залезу, просто расстреляю его? Да, честный бой. Потому что у него жизни только в 2-3 раза больше, чем у меня. А тут никого не волнует. Тогда и т.п. Давай. Пока. Если не убьет. То он умрет точно. Почему она может прибывать, я не могу. Давайте стоим. Все, ждем. Да вот там мне хило раздают. Каупится внизу. Вот здесь. Просто ждем.
Каноли, каноли. Я же умерла точно. О, что так задел? Тяну головошкой. Я полетел. Ну, подальше от зомби отойти. Да блин, не надеюсь, что это подход. Почему он может это делать бесконечно? Я не могу. Ветеран, черт. Блин, подох. Черт, он ветеран. Да-да-да. Я не буду мешать. Разбирайтесь сами. Не-не-не, меня нету. Меня нету! Сволочь! Факт. Того. Давай просто сейчас улетим. Сволочь, умри. Он сам упал. Ну, фактически из-за меня. Почти. Хватит вякать, как девчонка. Отлично. Мне уже нравится эта жизнь. Да иди ты. Ветеран чертов. Почти. Судись, замри уже. Что? О. Жестоко. Гаубица! Это вот. Один, два снаряда? Не очень много, но ладно. О! Это я его еще не убил? А! Броню потом... Это будет долго. Давай. Ё-моё. А, ещё и якорь меня бьёт. А.
Ой, не надо, не надо. Ну хоть не, о, ну хоть не сам. Лава не начало, это приятно. А, отлично. А, отлично. Так. Отлично. Отлично. Мирно, мирно. Тут гранатомет. И все. Не на... Господи. Сколько вот этих гранат там? Ну, почему все так живут хорошо, кроме меня? Нет! Блин. Это жалко. Сволочь, хер. Я говорил. Ну да. Тупой якорь. Может быть, а если он стреляет, кто управляет дирижаблем? У меня был маленький вопросик. Глупый даже сказал бы. О-о-о. Ждем этот апокалипсис. Отлично. Почему якорь проходит сквозь стены? А? Во, неплохо. Ты куда? Тихо. Есть. Еще один выстрел. Пустую. Тупой якорь. Давай просто. Давай пропустим до того момента, пока я его. Хотя броню сниму. Я снял ему броню. И я сразу умер. А что, вниз теперь нельзя падать? Нифига, поле сократили в два раза. Ну, не в два, но все равно. Блин. Тихо, не надо. Это как так? Еще огнемет сзади. Во всем дирижабль. Да блин! Как он может выдержать две попадания ракет в лицо? Не спать нельзя, это я уже понял. Thank you.
Не бить тебя? Отлично. Ну, хоть якорь пропал. Хоть якорь пропал. Нет! Да ё-моё! Я ему вообще даже урон не могу нести. Просто не могу. Отлично. О, это слишком. Так, ждем. Огонь. Давайте сейчас задохнем. Я вижу всех, кто создавал эту игру. Все гранаты в меня. Я вообще даже не снял ему. Ладно, давайте продолжим, как его хотя бы раню. Такая прекрасная, хорошая игра, как... Ну, что могу сказать? Игра мне понравилась. Хотя в некоторых сложных моментах она, кажется, слишком... Ну, слишком сложная была. Например, вот... Вот этот дирижабль. Сначала надо было снять броню, а потом надо было снять и... Потом еще надо было снять еще и жизни. Но проблема в том, что... Когда она снимает броню, надо было... Спасать свекарей. Ну, не знаю, может, это моя придирка уже. Но все равно... Ну, вот так военные справляются с зомби. В общем, всем игру советую, кто еще не поиграл. На этом все. С вами был Лев, до встречи. Пока.